Приветствую всех на канале «Все просто». Сегодня у нас вот такой вот утюг. Philips Azure, что-то там 4330. Ему лет 15, и сегодняшним утром он решил перестать греть. Чинить я его пока не собираюсь, потому что не умею. Ну, а вот разобрать я попытаюсь. И, ну и, естественно, запишу, как это я буду делать. Самое первое, мы откручиваем вот этот вот болт. Так. Чтоб не мешал, я его удаляю сюда. Так. Теперь нам нужно каким-то образом разобрать вот это вот все. То есть тут я вижу два болта. Думаю, что у нас есть вот тут что-то. Надо как-то аккуратно вытянуть защелочки, чтобы не сломать. Так, там, да, там два болта. И, скорее всего, у нас вот тут вот еще должен быть болт. Резиночку вытягиваем. Но я смотрю, ничего я там не вижу. Для начала попробуем открутить это. Теперь вот тут. Возможно, надо снять ручку. Тут есть защелочки, я их аккуратно поддел. Дальше, наверное, еще защелочки. Еще защелочки. Еще защелочки. И еще защелочки. Так. Кнопочка выпала. Кнопочка выпала, ручечка выпала. Так, блок управления. Так, еще один винтик. Есть. Теперь это все должно... Ничего нам не должно. Еще один винт. Все, так, ручка снята. Хорошо. Смотрим, что мы тут дальше можем снять. Декоративная вот такая штука снялась. Освободим провод. Так, вот эту часть мы сняли. Теперь у нас тут есть защита, которую тоже мы снимаем. Добираемся до тена. Тут уже можно взять помощнее отверточку. Все у нас зависло на клеммах. Хорошо. Клеммы я сфотографирую. Что
чтобы собрать все в обратном порядке. Снимаются клеммы нажатием вот сюда вот на краешек. Прогибаем язычок, и клеммы снимаются. Очень аккуратно они снимаются, без шума и пыли. Главное попасть на язычок. Снимаем и смотрим на этот ужас. Так. То есть тут пыли за 15 лет собралось целая куча. И, как говорят в этих ваших интернетах, одна из причин того, что утюг может не работать, это вот эта вот пыль. Вот такое вот состояние. Я думаю, что аккуратненько это сейчас почищу. Раз я уже этот утюг разобрал практически до основания, я проверю еще одну теорию. Знающие люди говорят, что если сгорел нагревательный элемент, то можно смело уже идти в магазин за новым утюгом. Поэтому я думаю, что он, как минимум спиралька нужно прозвонить. Ну и спиралька звонится, все хорошо. Значит, проблема, скорее всего, в каком-нибудь термостате. То есть, так идет. Все звонится. Как вы поняли, я утюг разобрал первый раз. Вот до такого вот основания. Перед тем, как разобрать, я посмотрел в интернетах. Знающие люди говорят, что вот этот вот термостат очень чувствительный к загрязнению. И возможно, что вот эти вот контакты были засорены пылью, и он нормально не включался. Ну, в общем, попробуем. Сейчас я его немножко почищу, еще прочищу, продую. И можно будет попробовать собрать. Думаю, можно приступать к сборке в обратном порядке. Это сюда. Эту крышечку я тоже пропылесошу. После красного нужен синий. И остается у нас зеленый. Так, проверили. Тут у нас все на месте. Значит, мы ставим вот этот вот элемент на место. И можем сразу же зафиксировать вот эти вот саморезы.
последний саморез. Затягиваем. Лишних запчастей у меня не осталось. Все, что было на столе. Тут чуть-чуть я вот нахомутал что-то. Что-то я там, какой-то пластичек немножко отломался. Я думаю, на ходовых характеристиках это не скажется. Пробуем включать. Ага. Упс. Нагрелась, горячая. Что могу сказать? Что, наверное, процедура разборки, чистки и сборки превратилась волшебным образом в процедуру ремонта. То есть этот утюг я починил. Я молодец. Все просто. Если видео было вам полезным, подписывайтесь на канал, обязательно ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. Всем удачи, всем пока.